Всех приветствуем в рубрике гайдов по Grounded. Это дополнение к видео о поиске статуй. Вот мы защитили Явоматик. Теперь давайте завершим нашу коллекцию статуй последним экземпляром. Для этого нужно спуститься в склад под столом. Пройдя ниже по коридору, заходим в эту дверь и на полочке обнаруживаем седьмую фигурку. Это Человей. Без факела его сложно заметить, согласны? А вот и финальная стадия мутации «Негодяй-изгой» получена. Она максимально увеличивает шанс выбивания дополнительных предметов из атакуемых противников. Отлично. Вся команда в сборе. Просто красота. Но это еще не все. Для полного и максимального фарма ресурсов берем липкие пальцы и, к примеру, трем чучело того, кого будем фармить. Это увеличивает защиту от его атак и добавляет баф к шансу хорошей добычи именно с этого противника. Идем же скорее проверять. Как вы видите, во время атак появляются дополнительные предметы. Это ли не здорово? Такой метод работает на всех существ. А на этом гайд окончен. Вперед фармить части насекомых. Если видео оказалось полезным, мы рады, но будем более рады, если поставишь лайк и подпишешься, ведь у нас еще впереди очень много интересного.